Когда сдавать тест, конечно, каждый решает для себя сам сразу после окончания курса или немного подготовиться самостоятельно. Я расскажу вам о плюсах и минусах каждого варианта. Наши курсы построены таким образом, что это не только лекции, это максимум практических занятий и получение обратной связи от преподавателя и коррекция ваших ошибок текущих. Поэтому благодаря такому взаимодействию вы можете уже в течение курса примерно понимать, на какой балл вы можете рассчитывать, если пойдете сдавать тест сразу после окончания курса. Очень многие так и делают, сдают сразу после окончания занятий, потому что чувствуют себя на пике формы и с точки зрения знаний, и с точки зрения мотивации. Однако зачастую наш внутренний перфекционист не дает нам возможности пойти сдавать сразу и рекомендует взять время на самостоятельную подготовку, на оттачивание различных навыков, на ускорение решения задач. Да, это тоже хорошо, однако здесь хочу вас предостеречь, что в отсутствие преподавателя, кнута и пряника, который вас дисциплинирует, зачастую трудно найти время для самостоятельной подготовки. Поэтому, чтобы вы не попали в ловушку такого самообмана, рекомендуем взять несколько занятий индивидуального формата с преподавателем для того, чтобы вы все-таки не оставались без обратной связи и максимально укрепили уверенность в своих силах и достигли желаемых результатов.